могут быть только рестораны и химчистки. Вот. Больше ничего не может быть. Вот. И то эти химчистки все вон там в центре. Здесь вообще ничего не разрешает такого открыть. Потому что это уже тут дома только. Ни одно дерево спилить не дадут. Все под контролем строжайшим. Гараж, смотрите, вот такой вот в современном стиле все сделано. В принципе, я не очень понимаю, зачем гаражу вот такие вот стеклянные ворота, двери или что. Ну вот, чтобы она смотрелась. Ну, видимо, если внутри гаража вы находитесь, чтобы какой-то свет падал, чтобы темно не было, наверное, такая была задумка, я так думаю. Мне здесь все нравится. Смотрите, какие растения вокруг. Очень красивая хатка, скажу я вам. Забыла сказать, что вот этот дом после ремонта свежий такой, ну, видите, она 2 миллиона 900 тысяч долларов. В общем, без 5 минут, без 5 копеек, короче, 3 миллиона долларов, чтобы вы знали. У входа лежит шкурка. Вот такой вот вход сделали. И тут напротив входа вот такое вот место. Вот так вот. А здесь наверх. Здесь на улице вот такое вот место, где сидеть. Это
задняя часть дома. Эндестерн. Вот мы смотрели вот этот дом. Он после ремонта мне понравилось. Модерн, то есть современная, с балконами застекленными, смотрите. В общем, мне понравилось. Мне классические дома не нравятся. Мне вот именно такие вот современные нравятся после ремонта такие. Если нету ремонта, мы сами бы прекрасно бы ремонт сделали. Вот улочка такая. Классная, спокойная. Вообще тихо.
Твоя спальня.